И снова у нас урок в позиции соль. Электрогитара и минусовка. Можно ли импровизировать, играть в позиции соль? Вот, бокс соль. Наша задача остаться в боксе пентатоники. Вот. Ритм этот минусовки состоит из трех аккордов. Тоника, соль, субдоминанта до и ре у нас до. И ре это у нас доминант аккорд. Потом мы разрешаемся. Вопрос стоит в том, можем ли мы в одном боксе играть целую композицию соло и ритм. Главная задача строить фразировку, подчеркивать ритмическую основу, выделяя тонику, субдоминанту и доминанту. Поехали! We'll be right back.